И вот уже бой 98 года, январский бой с Маркусом Роде. Ну, вот он такой мешковатый, семейный такой паренек, но видите, как резво начал? И Виталий не переоценивает соперника тоже. Не хотел бы получать от него удар, поэтому он его сразу же припечатал там у каната в ринга. Роди пропускает удары, но сам контратакует. Попытался несколько раз контратаковать. Не знаю, чем у него это закончится, но пока что, видите, уходит от ударов, хотя уйти очень трудно, и пропускает он их. Но тем не менее, видите, оригинальный такой прием. Он нырнул в ноги сопернику, хотя заслужил замечание арбитра. Ну, а сейчас попытки уйти от ударов Виталия не увенчались успехом. Вот сбоку пробил защиту. И это уже просто хаотично. Броуновое движение такое, знаете, по рингу боксер не в себе, будем говорить так. Хотя он показывает, нет, я могу продолжать. А если продолжаешь, то продолжай бокс. А не плавай по рингу. Ну, а это уже... Это нокдаун. Сможет продолжить? Готов к тому, чтобы проводить поединок. Ну, так относительно. Будем считать, что он слегка усложнил Виталию задачу. Не так быстро закончится этот бой, как, может быть, нам с вами казалось, видите. Но это, по-моему, уже точка. Он так его припечатал, что Рода не сможет продолжать. Нет, конечно же. Опытный рефери не позволит продолжать поединок. Боксер в таком состоянии, что ни на что уже больше не годен. Видите, как? Какие удары пропущены. А как в учебнике бокса, в таком видеоучебнике, Виталий действует против этого соперника, Маркуса Роди.